15 новых спецмашин пополнили автопарк столичного департамента по чрезвычайным ситуациям. Интересно, что за последние 3 года спасатели получили уже 90 спецмашин, которые распределяются по всем пожарным частям города. Это значительное обновление техники не только повышает эффективность работы пожарных, но и укрепляет уверенность горожан в том, что помощь всегда под рукой. Утро столичных пожарных началось с приятного сюрприза. Их часть пополнили 15 новеньких спецмашин. Каждая оснащена по последнему слову и готова к любым вызовам. Транспорт куплен за счет столичного бюджета. Власти уверены, что это значительно увеличит шансы на оперативное спасение горожан в экстренных ситуациях. Технику закупили при поддержке акимата. Очень важно, что на них легче маневрировать между домами. А сами цистерны вмещают запас до 4 тонн воды. Выданная пожарная техника распределяется по пожарным частям для обеспечения пожарной безопасности. В Астане только в этом году построили 2 пожарные части, тоже нового образца с современным пожарно-техническим вооружением. В акимате отмечают, инфраструктура города стремительно растет, поэтому и требуется вовремя восполнять необходимость в спасательной технике. Там отмечают, что обеспечивают спасатели и жильем. С начала года личному составу уже выдали 50 квартир. Глава государства всегда отмечал, насколько опасная и ответственная у вас работа. Вы оберегаете простых граждан от опасности, поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать вашу работу более комфортной. За последние 3 года ДЧС было передано 90 единиц спецтехники, а в следующем году обещаем выдать 50 квартир. Отмечу, с начала этого года ЧСники спасли больше 200 человек. Половина из них – дети. Ахдана Сабыр, Райнбек Бегужаев, Жибек Жола.